«Я поведу тебя в музей», — сказала мне сестра. «А я сейчас покажу вам немножко свой сад, которым я очень и очень горжусь. И на данный момент сама своими ручками все обрабатываю. Видите, какая шикарная сирень, какая ель у меня зацветает, какие шикарные розы мои поспевают и скоро будут меня радовать. Мои клематисы. Дана, Дана, покажись. Дана моя ленивая, наелась и спит. Нет, показалась наша Дана. Сейчас я вам покажу своих черепашек. У них сейчас как раз такой период, когда они выгреваются все. Кто-то плавает еще, кто-то уже лежит. Так это наелся и греется на солнышке. Уже обцвелся мой барбарис. Тюльпанчики, конечно, уже отцветают. Это мое сегодня рабочее место. Я здесь ваяю сегодня, рисую пейзаж сельский. Это мои прекрасные тюльпанчики. Шикарные мои попугайчики. Это новые сорта, которые Любаша мне привезла с выставки. Это пионовидные такие, очень красивые. Не хочу ближе подходить к ним туда. Мои нарциссы. И шикарная мята, с которой я делаю чай. И сейчас завариваю. Очень хороший успокоительный. И на зиму заготавливаю. Так что приходите ко мне на чай. Так, это моя ивушка, которая уже отцвела очень красиво в этом году. Очень рано она цвела, конечно. До вербных свят не выдержала. Это начинает зацветать моя глициния. Цветут мои ромашечки уже, как видите. Это наш сеновал. Ну, пока здесь у нас еще никого нету. У нас курочки мои, которые каждый день меня радуют. Каждый день мне приносят свежие яйца. Не будем мешать Божьей дар с яичницей. А посмотрите, сколько абрикосиков. Сколько абрикосиков в этом году. Мама дорогая, приезжайте все, все приезжайте ко мне на абрикосы. Посмотреть, как цветет моя глициния, но она еще только-только раскрывается. Это мои ландыши, которые я садила для Вилечки. Он их очень любил. Помните, какие у нас были духи в советское время? Ландыши, как мы их любили, потому что выбора другого не было. Пиончики. Тоже вот розы скоро у меня зацветут. Очень красивые кусты большие. В общем, есть где порезвиться, есть где поработать. Это наша веранда, которую мы уже давно отделали, отстроили. Ждем вас в гости. Это маргаритки. Тоже очень рано начали радовать глаз наш. Цветут. Калина скоро зацветет. Она очень ароматная, очень душистая. И посмотрите, какая прелесть. Как не любить это все, как не любить природу, как не любить землю нашу. Это шашлычок у нас жарился. Сейчас уже отгорает. На этом велосипедике скоро тоже будут петуньки красивые висеть. Ну и, наверное, если я сейчас еще успею, вам покажу полный фасад, новопостроенный, который мне сначала не очень нравился, а сейчас-таки я понимаю, что стало намного лучше. Видите, глициния уже начинает открываться. Посмотрите, какие грозди, какие кисти. Вот он наш фасад весь. Видите, шикарный. Красивые комнаты. Я вам позже потом покажу.